Сегодня на бородаче у нас из Анталии новый ошейник. Приобрели мы его для определенной цели, то есть для дрессировок. Ошейник имеет вот такой датчик. Сейчас мы его одели, чтобы он немножечко привыкал в нем гулять. Также к этому ошейнику имеется пульт, который имеет просто как вибрацию и как электрический шок. Но мы не используем, то есть нам достаточно в данной ситуации, чтобы ошейник был на собаке. Он знает, что он включенный. Вот, и слушается, выполняет команды, идет спокойно на прогулку, не бежит. Команда фу понимается, когда ошейник у нас одетый. Иди сюда, понимает, и бежит как угорел, я бы сказала так, домой, не упрямится, потому что у нас характер такой упрямый немножечко. Да, Паша? Слушает, что про него говорят.